О всехвальный и всемечтимый архиерей, великий чудотворец, святитель Христов, отче Николай, человек Божий и верный раб, муж желаний, сосуд избранный, крепкий столб церкви, светильник пресветлый, звезда озаряющая и освещающая всю вселенную. Ты, праведник, как пальма расцветший, насажденный во дворах Господа своего, живший в мирах, ты благоуханием мира мир исполнил, и мира неиссякающим благодати Божией источаешь. Твоим шествием, Пресвятой Отче, море осветилось, когда многочудесные твои мощи шествовали во град Борийский, чтобы от востока до запада восхвалялось имя Господне. О преискусный и предивный чудотворец, скорый помощник, горячий заступник, пастырь предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед. Тебя прославляем и Тебя величаем, как надежду всех христиан, источник чудес, защитника верных, премудрого учителя, алчущих питателя, плачущих веселье, нагих одеяния, болящих врача, по морю плавающих кормчего, пленников-освободителя, вдов и сирот-питателя и заступника, целомудрия-хранителя, младенца-кроткого воспитателя, старых укрепления, постников-наставника, трудящихся упокоения, нищих и убогих изобильное богатство. Услышь нас, молящихся Тебе и прибегающих под кров Твой, яви предстательство Твое о нас ко Всевышнему и исходатайствуй Твоими богоугодными молитвами все полезное ко спасению душ и тел наших. Сохрани святую обитель, всякий город и селение, и всякую страну христианскую и людей, в ней живущих, от всякого бедствия помощью Твоею. Ибо знаем мы, знаем, как много может молитва праведного, содействующая ко благу. Тебя же праведного после преблагословенной Девы Марии имеем мы предстателем ко всемилостивому Богу и к Твоему преблагой Отче горячему ходатайству и заступничеству смиренно прибегаем. Ты нас сохрани, как бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, мора, землетрясения, града, голода, наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников и во всяких бедах и скорбях наших. Подавай нам руку помощи и отвори нам двери милосердия Божия, потому что мы недостойны взирать на высоту небес от множества неправд наших, связаны узами грехов и никогда воли Создателя нашего не сотворили и не соблюли повеление Его. Потому преклоняем колено сокрушенного и смиренного сердца нашего пред Творцом Своим и Твоего отеческого заступничества пред Ним просим. Помоги нам, служитель Божий, да не погибнем со беззакониями нашими. Избавь нас от всякого зла и от всякого дела враждебного. Направь ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в которой по Твоему предстательству и ходатайству ни ранами, ни угрозами, ни мором, никаким гневом Создателя Своего поколеблены, да не будем. Но здесь мирно жизнь проживем и сподобимся видеть блага на земле живых, славя Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице, славимого и поклоняемого Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.